Итак, пришел модуль для планшета Asus, но у него есть маленькая такая проблемка. У него не работает сенсор совершенно, то есть дисплей рабочий, а вот сенсор ну, никак вообще ни на что не реагирует. То есть, вот, абсолютно. Ну, подключено здесь все вот одним шлейфом, подключается весь модуль, все подключено, все должно по идее работать. Но, увы. Работает только дисплей. Сенсор почему-то не работает.